Добрый день, дорогие друзья! На пороге Новый год, и по традиции хочется всех поздравить с этим праздником. Прошел 23-й год, заканчивается 23-й год. Как мне кажется, он был успешным. Многие наши коллеги получили награды у университета, множество разных достижений. Но, конечно, в преддверии такого замечательного семейного праздника просто хочется всех поздравить. Всех универсантов, наших гимназистов, студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, всех-всех, кто работает в нашем большом и любимом нами университете. Поздравить наших партнеров, которых у нас огромное количество, всех, кто с добром и с интересом относится к тому, чем мы занимаемся. Новый год всегда хороший праздник, но наступающий год для нас особенный, для университета он юбилейный, нам исполняется 300 лет. Мы все вместе готовимся к этому празднику, который будет совсем вскоре после празднования Нового года, 8 февраля. Мы все готовимся и очень ждем, потому что 300 лет – это очень серьезная дата. Но я при этом уверена, что мы с вами следующие 300 лет будем столь же динамично развиваться, учить наших студентов всему тому, что требуется, создавать какие-то новые разработки и вообще жить полноценной, интересной жизнью большого и одного из главных университетов нашей страны. Еще раз всех с Новым годом, всем членам семьи ваших и родным, и близким. Здоровья, благополучия. Надеюсь, что в праздники и в каникулы удастся хоть немножко отдохнуть. Ну а потом мы с вами начнем новый интересный 2024 год, год 300-летия Санкт-Петербургского университета. С наступающим праздником!